Всем привет! Я рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодняшнее видео начну я, так как муж на работе. Мы потихонечку обживаемся в новой квартире, запускаем уже все процессы. Очень классно вообще, я очень довольна. Вчера первый раз посудомойку включили, машинку стиральную. Начинается в доме появляться уют наш домашний, что меня очень радует. Сегодня на улице прекрасная погода, поэтому мы решили с детками пойти на прогулку, подышать воздухом, да и время такое, что я должен Мишенька сейчас спать, вот, поэтому я думаю, что если он поспит на свежем воздухе, будет куда лучше, чем просто в квартире, тем более есть такая возможность выйти. Так, вчера, что у нас вчера было интересного? Вчера мы ездили в Юск, купили сушилку, купили корзину для белья. Ситуация была, конечно, очень нелепая, потому что мы приехали за 5 минут до закрытия магазина. Вот. Но мы четко знали, что нам надо было, поэтому мы сразу пошли с полок, взяли необходимый товар и пошли на кассу. Дальше мы поехали в Медиаэксперт, это магазин техники. Купили мы чайник, у нас не было. И муж купил специальные там, я не знаю, как он называется, короче, адаптер, переходник, короче, как-то так он называется, к Xiaomi для телевизора, чтобы можно было спокойно подключать там YouTube, Netflix и все остальные приложения для просмотра фильмов и видео. Также вчера мы еще поехали тоже за продуктами, скупились, то, что нам надо было, и в Пепко. В Пепко я купила, наконец-то, некоторые приборы недостающие, пару тарелок. Вот, так что мелочевку разную. Но сегодня, я думаю, что надо будет поехать еще раз, потому что есть товар, который я посмотрела, приглянулась, и мне надо будет его приобрести. Вот. Ну, а сейчас мы отправляемся, одеваю деток, и отправляемся мы на прогулку. Поэтому покажу вам еще и тоже наш дворик, как он выглядит изнутри. Вот. Так что берем вас с собой. Удачного, хорошего просмотра. Мы уже собрались на прогулку. Ждем наш лифт. Лифт, конечно, наш еще не совсем в культурном состоянии, так как еще многие люди заезжают. Соответственно, он еще в техническом состоянии. Но это не мешает ему выполнять идеально свою функцию.
слышно, не слышно в видео, как звонят колокола. Это католический костёл. Вот, и там определенное время есть, когда не звенят. Но я чаще всего слышу, когда 12 часов дня, да не звенят. И довольно-таки долго, где-то, наверное, мелодия минут 10 длится звон. Вот. Так что он как раз мусоровоз приехал, мусор собирает. Детки играют на площадке. Мишенька спит. Получаем витамин D. Площадки, конечно, маленькие, но я думаю, что как для двора дома, в принципе, отлично. Детям достаточно. Мой ребенок пил чай и слегка разлил, потому что не ожидала, что он горячий будет. Соответственно, песок, чай, все в комплекте. Ну ничего, машинка стиральная есть, постираем. Все, мы по чуть-чуть идем домой. Конечно, Мишенька спит, сейчас придем домой, сразу проснется. Мы зашли в лифт, вот на этого, в принципе, следовало ждать, потому что я уже прекрасно понимала, что ему время просыпаться. Пришли мы домой, детки играют, сейчас они, кстати, сели смотреть мультик, пока я тем временем готовлю кушать. Я решила сразу приготовить и обед, и ужин. Почему? Потому что перед приездом, обычно я стараюсь приготовить ужин перед приездом мужа, но так как сегодня я иду наконец-то на маникюр, решила ужин приготовить заранее. Почему наконец-то? Расскажу. Потому что ногти я не покрываю гель-лаком уже с того периода, как мы сюда приехали. То есть мы сюда приехали 12 марта. Вот с 12 марта у меня лак, который был, он постепенно у меня сходил. Я подпиливала. Вот, и я больше не покрывала. Не покрывала по нескольким причинам. Первая причина – не было ни до ногтей. То есть я подпиливала их, подрезала, но не покрывала гель-лаком. То есть у меня не было абсолютно настроения там что-то делать со своими ногтями. Потом постепенно я понимала, что как бы надо приводить в порядок свои ногти. И нашла девочку. Девочку я нашла в нашем городке, в этом Острудье. Она работает в салоне красоты. Порекомендовала мне ее две девочки знакомые,
потому что я попросила, обеим написала в Инстаграм, чтобы мне скинули ссылку хорошего мастера. И обе девочки скинули мне этого мастера. Вот, я ей написала, договорились мы изначально на 14 ноября. Вот, но с тем расчетом, что если вдруг у нее появится раньше окошко, то она чтобы мне написала. Вот, почему так долго, аж на 14 число? Потому что я смогу поехать на маникюр только тогда, когда приедет муж с работы. Вот. Раньше у меня, к сожалению, нет возможности, потому что я сама с детьми и не с кем просто посидеть. Точнее, некому просто с ними посидеть. Вот, поэтому записалась я аж на 14. Тут окошко появилось на мое время, которое я просила. И я иду сегодня наконец-то на маникюр. Вот, что я сейчас готовлю. Я приготовила по-быстренькому макароны с сыром сверху натру. И нарежу овощи детям. И вчера жарила котлеты, так что у нас еще остались котлеты куриные рубленые, так что будут кушать. Вот, и поставила варить гречневый суп. Вот, кстати, вот что-что, а гречневый суп у нас всегда заходит идеально, его все любят. Вот, поэтому параллельно у меня вот сейчас варится мясо, сейчас буду убирать шоу. Макароны уже готовы, сейчас прошу, если они будут кушать, то покушать, если нет, то уже на ужин будет. Сейчас у нас 2 часа дня, вот я уже пойду скоро укладывать Алиску спать, потому что уже ее время. Она, кстати, вот растет и начинается у нас оттягивание сна. То есть у нас как-то сон, вот просто у всех детей, я не знаю, не особо они у меня любители поспать, хотя и на улице гуляем, и они активные весь день, но вот как-то вот сон у них не в приоритете днем. Вот, ну да ладно, будем сказку почитаем, я думаю, что уснет. Вот, ну, так что вот такие вот дела, так что возьму вас с собой на маникюр, покажу ногти свои до и после. Приехали мы, как и планировали, в Пепко. Вчера купила вот такие аксессуарчики в ванную. Купила на кухню в черном цвете, а ванную решила взять в белом. Но мне не сильно нравится, как смотрится, поэтому решили прийти обменять и докупить еще кое-что. Надеюсь, что все получится. 7:30 вечера. Магазины работают до 8:00. Некоторые раньше закрываются. Мы уже дома, пришли довольные домой с крутыми покупками. Я безумно довольна, счастлива. Сейчас я вам покажу, что мы приобрели. В Пепко я нашла вот такую классную подставку для тряпочек, для моющего средства, специальную щетку для того, чтобы чистить посуду перед тем, как ее погружать в посудомойку. Просто я вообще считаю, что это идеальный вариант. Выглядит очень стильно, классно, я думаю, нам он безумно подойдет. Вот, а тот дозатор для мыла, который у меня есть в черном свете, я его поставлю в ванную, и к нему я докупила такой стаканчик для щеток и пасты. Будет смотреться классно, я потом как-то сниму вам видео, покажу. Следующее. Я купила тоже черного цвета коврик
для ванны. Но я планирую их несколько штук приобрести. Пускай такой вариант у нас будет тоже. Тут размерчики идут у него 50 на 80. Он довольно-таки не маленький, поэтому такой у нас один из ковриков будет. Следующий я хочу докупить вьюзки, это видео, но это я потом вам покажу отдельно. Следующие мои покупки в Пепко. Купила себе вот такую вот форму для выпечки. У нас дети любят пироги разные, тортики я планирую печь, так как у меня наконец-то появилась тут электрическая духовка, поэтому буду радовать свою семью разной вкусной выпечкой. Вот такая форма, диаметр у нее 24 сантиметра. Вот. А дальше купила также стеклянную форму. Для чего я ее купила? В первую очередь, честно, потому что я хочу сделать тирамису тыквенный. Нашла классный рецепт, потом как-то с вами тоже поделюсь. Вот. И также эта форма идеальная для запекания. То есть можно в ней запекать разные блюда. Поэтому так, эта вещь в хозяйстве точно пригодится. По-быстренькому тоже взяла сразу в Пепко мешки для мусорного ведра. И, конечно же, я не смогла пройти мимо. В прошлый раз, кстати, когда я покупала кружку с таким же рисунком, не было тарелки. А тут появилась тарелочка. Поэтому я решила себе докупить, чтобы у меня был полноценный набор. Пологой, кстати, я не видела. Может, там есть еще и пологая тарелка. Но будет пока вот такая. И мы на выходе решили зайти в Carrefour. Там в галерее есть еще продуктовый магазин Carrefour. И там я нашла то, что я давно хотела. Это корзина для фруктов. Она идет черного цвета с красивым таким деревянным дном. Выглядит очень стильно, очень классно. Она подходит здесь по стилю в этой квартире. Поэтому я не могла устоять, обязательно ее взяла. И там же я взяла себе вот такую стеклянную тарелку для всего. Она и для замеса теста будет отличный вариант, и для салатов разных. Поэтому такая тарелочка в хозяйстве тоже пригодится. Вот, но на этом будем наше видео заканчивать. Сегодня день прошел у нас очень насыщенно. Я безумно довольна покупками, которые мы совершили сегодня. Пошла мыть детей и будем их укладывать спать. Спасибо вам большое за просмотр. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал, если вам интересны наши видео. Всем хорошего вечера!